Ты ему Нокси подсасываешь, если он ВК правильно все говорит, но просто у него настолько мерзкий голос, что его просто неприятно слушать. Да, у него реально мерзкий. Курицу надо говорить, когда я знаю, что мне что-то впадло, и он как-то дезморалит меня, поэтому в пизду. Пиздец, у него прям голос, знаешь, от него воняет, как будто, ну, немного. Ебать, я его сразу замутил, как-то что сказал. Это невозможно. Да, он обиделся. Ой, что-то в гильз.